Почему снится тюрьма? Посадили в тюрьму. Здание тюрьмы во сне, перемены к лучшему, радостные судьбоносные события, счастье. Здание тюрьмы рушится, освобождение. Избавление от негатива. Встретиться в тюрьме с заключенным, в жизни придется занять оборонительную позицию, защитить себя. Или кого-то увидеть свет в тюремной камере, благодаря собственной интуиции удастся принять верное решение. Грязное. Старая тюрьма с маленькими темными камерами, к трудностям суровый надзиратель в тюрьме, помехи в реализации задуманного. Быть надзирателем в тюрьме, к новому порядку в жизни оказаться за решеткой, карьерному взлету решетка, решетка. Сидеть в тюрьме, к чему снится? К чему снится тюрьма женщине, девушке? Если влюбленная женщина видит во сне своего жениха в тюрьме, в жизни их паре предстоит пережить много неприятностей. Возможно, поведение избранника разочарует и заставит задуматься о целесообразности дальнейших отношений. Это сновидение не случайно. Как бы ни было горько от осознания того, что отношения с партнером на самом деле далеко не идеальны, этот период в жизни следует принять. И достойно пережить, а не продолжать закрывать глаза на непростительные выходки мужчины. Если во сне девушка в тюрьме сидит, ей следует проявить осторожность. Такой сон можно растолковать как предупреждение о приближающейся опасности и неудачах в серьезных делах. Этот период хорош для отдыха и крайне неблагоприятен для решения важных вопросов. Сейчас не время для принятия судьбоносных решений. Не стоит пытаться обмануть судьбу, ведь последствия могут оказаться плачевными. Женский сонник предвещает дамам, увидавшим во сне здание тюрьмы, раскрытие тайн, секретов, хранить которые будет сложно и неприятно. Тем, кто окажется случайно посвященной в чужую тайну, нужно постараться тут же забыть о ней и ни в коем случае не передавать открывшиеся факты. К чему снится человек в тюрьме? Сон, в котором человек страдает в тюремной камере, обещает сновидцу хорошие возможности. Однако омрачить ситуацию может добровольный отказ от перспектив и привилегий, выбор уединения. Прежде чем уступить свое место под солнцем кому-то другому, следует хорошо подумать, ведь второго такого шанса может не появиться. Кто-то из близких людей во сне угодил за решетку, но его нагрузка на этого человека столь велика, что здоровье его может вскоре дать сбой. Обнаружив чрезмерную нагрузку на ком-то из родственников, лучшим решением будет разделить с ним его труд и позволить близкому человеку отдохнуть. Делать это сновидцу под силу, ведь не случайно видение было послано именно ему. Отправить в тюрьму человека во сне, к неожиданному богатству. Возможен выигрыш, получение наследства или возврат долга. Деньги сами придут в руки. Прилагать усилия для получения дохода в ближайшее время не понадобится. К чему снится муж в тюрьме? Увидеть во сне мужа, за тюремной решеткой, дурной знак. В жизни этот мужчина может оказаться неверным. Если в ближайшее время супруг сам признается в измене семейной жизни, скорее всего придет конец. Если муж в тюрьме выглядит очень плохо, он бледный и изможденный, в реальной жизни ему требуется помощь супруги. При этом, мужчина может не посвящать жену в проблемы, делать вид, что у него все хорошо. Также сны, в которых муж находится в заточении, могут всего лишь отражать женские страхи или желание во всем контролировать возлюбленного. К чему снится побег из тюрьмы? Спланированный заранее удачный побег из тюрьмы во сне является предвестником великих достижений. Несмотря на препятствия, сновидцу удастся осуществить все, что было задумано. Наступило время свершения и исполнения желаний, и ничто не в силах помешать этому. Просидеть в тюрьме некоторое время и совершить побег к окончанию проблем, выздоровлению, благополучному завершению дел. Те, кто был обременен тяжелыми обязательствами, вскоре станут свободными. Если снится не сам побег из тюрьмы, а только попытка побега, в жизни происходит такая же попытка освобождения, только не из заключения, а от навязчивого внимания или контроля кого-то из близких. Сейчас следует набраться терпения и постараться понять причину такого поведения родственников. Помогать кому-то во сне спланировать или осуществить побег, поставить под угрозу собственной ценности в жизни. К чему снится тюрьма для мужчин? Если мужчине снится тюрьма, наяву пришло время задуматься о том, насколько правильно проходит его жизнь, все ли силы он прилагает для достижения намеченных целей. Возможно, следует пересмотреть свое отношение к близким людям, сменить работу. Улучшение качества жизни станет толчком к дальнейшему развитию, личностному росту или получению дополнительного образования.
Если мужчине снится, что он работает надзирателем в тюрьме, в жизни ему не хватает власти и силы. Желание отомстить обидчикам так велико, что не дает думать о чем-то другом. Тщательный анализ происходящего и осознание своей истинной роли в нем поможет избавиться от тягостных мыслей. К чему снится бывший в тюрьме? Не стоит ждать ничего хорошего, если девушке снится бывший парень или муж, находящийся в заключении. Этот сон можно понимать как тайное ее желание вернуть былую любовь и полностью контролировать эти отношения. Вовсе не значит, что у бывшего возникают похожие мысли. Если девушке приснилось, что она приехала в тюрьму к своему бывшему мужчине, это означает, что наяву она уже простила ему все. И в душе желает примирения. Тоска и страдания по бывшему любимому не дают покоя, однако вернуть былое не удастся, поэтому искать встречи или звонить ему не нужно. Сейчас лучше всего признаться себе в том, что этот мужчина до сих пор не безразличен и постараться, все же, оставить его в прошлом. К чему снится выйти, освободиться из тюрьмы? Одним из благоприятных является сон, в котором происходит освобождение заключенного из тюрьмы. Он означает, что невзгоды и проблемы удастся преодолеть, а недавние недоразумения вскоре позабудутся. В жизни начнется белая полоса. Самое главное сейчас успеть воспользоваться своим новым положением, извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Избежать заключения, освободившись из камеры предварительного заключения или зала суда, к участию в деле, которое может принести прибыль в выгоде. Даже купленный сейчас лотерейный билет может оказаться выигрышным. К чему умерший снится в тюрьме? Если человек, которого уже нет среди живых, привиделся в тюрьме в СНЕ, в жизни придется столкнуться с трудностями, однако все они быстро отступят. А если сновидцу довелось в своем ночном видении умирать в тюрьме, на работе его наверняка ждет повышение и хорошая прибавка к зарплате. Правда, для этого придется постараться и даже все свое свободное время посвятить работе. Тюрьма во сне – неоднозначный символ. Не стоит воспринимать его буквально. Это знак, намек, правильно поняв и истолковав который, можно в лучшую сторону изменить любые предстоящие события. Также не следует искать тайный смысл таких сновидений тем людям, чьи родственники или близкие люди находятся в заключении. Скорее всего, волнение и переживания об их дальнейшей судьбе настолько сильны, что подсознание, контролируя сон, продолжает поставлять соответствующие образы и видения, отражением реальных жизненных событий подобные сновидения.